выдернем. Не идет. За машину привязывай. Что-то... Да. Что? Он так забурбулировала. Моё потому что... Тихо-тихо. Резина. Колесо. А, колесо, ёпта, сорвался я с этого, блядь. Все меньше говна там. Ты прикинь, какой объем открыл. А может, что бензином надышался, и в почке побаливать. Так, это мы нашли консервы из пакета НЗ. Летчика-истребителя Як-1, которая пролежала в грунте. Сколько? 70 лет почти что. Вот вся команда поисковая. Да. Пробовать. Снимать пробу. Вы лицо это уберите, а то плюхнут лицо. Вот он. Ну-ка. Консервы не пахнет. Да. Сейчас фига консолы бриллианты. Блин, на вид все там хорошо. Неси ложку быстрее, хлеб. А вот с ложкой, смотри. Смотри, нифига себе! А лаврушечка, ты видел какая? Как положено, лаврушка, да. Подожди, я наеду. Тушенка, но так, как... Подожди, наеду, хоть цвет, чтобы был. Вот это зелень, это бутулизм уже? Да, это уже те самые... Самовкусные. Вот эта вот тушенка пролежала 70 лет. Сейчас будем пробовать. Кто первый? Оператор. Дайте ложку. Несите коньяк, никак не буду. Ну? Нет, смотрите, мясо какое было в войне. Открывай рот. Серега. А это интересно, кенгурятина? По ринглизу, да. По ринглизу, да. С ума сойти, блядь. Не, говядина. Говядина, да. А по жиру видно? Ну нет, ну чуть-чуть запах такой. А это бутулизм, да, зеленый? Это что оно у вас лежало наверху просто. Ну давай, понюхайте и банку-то. Так пахнет мясом. Ну, тушенка голимая. Давай хлеба. А я ее попробую. Да, попробую. Бутулизм? Ну давай хлеб. Да, давай. Сейчас принесу, вот. Доктора вызвать? Вадик, ты хорошо подумал. Доктора ему надо, доктора. Слушай, нормальное мясо. Пожирнее намазывай. Лаврушечка есть. 40-го года тушенка. Ну пробуй. Покажи я крышечку. Все, щелкну, ребят, которые смелые крышку едят тушенку. Надо с обратной стороны потом. По барабану все. Вадик, ну бери хлебушек. Ну что? Что ж ты? Давай ну, перекрестись только. Перекрестись. Ну ты долго будешь дергаться, будешь есть или нет? Человек ест тушенку, которая пролежала. Да, я попробую. Да. Подожди 5 минут, может он сдохнет. Ладно, давай. Больные, ё-моё! Офигеть! Все помрём. Все тогда уже. Михаил Николаевич не едет. Пускай он останется. Не то штаны. И водолаза бы надо было поберечь. Как вам вкус? Давайте фотографу. Так, Серёга, отойди сюда, дай снимать, хорошо. Как много откусил. Да. Что, с ума сошли, что ли? А что? А ты, Миш, не будешь? Я не буду. Я посмотрю на вас. Нормально. Все, надо запить. Я потом доехал. Вот ты, ну, покажи крышечку. Банка 27-го, 5-го, 40-го года. Бликуешь. Ну, вот это штаны трудно. Черные. Сейчас я наеду, подожди. Нет. Штаны черные шерстяные? Да нет, вот такие вот, спасибо на костюм. И это, маркировка. Подожди. Я вот. О, и в другую крышку. Во. К-139 или 159. Ага. 159. Теперь покажи, что мы съели все. Было очень вкусно.